Здравствуйте, здравствуйте! Я Петр Петрович Петрушка, я вам не какая-нибудь детская игрушка. Я по городу хожу, за безобразиями слежу, а вот, кажется, и первый безобразник. Ну все, теперь городу станет легче. Политическую волю проявил и принял единственно правильное решение. Теперь заживем! Ого-го, заживем! Да что случилось-то? Ответственный ты наш! Что ты там такое для нас важное решил, что сейчас заживем? А, это ты, Петрушка! Аккуратнее здесь! В неположенном месте стоишь! Мы же здесь, ответственные товарищи, работаем! А ты со своими вопросами тут мешаешь! Смотри, оштрафуем! Да что уж к тебе подойти, что ли, нельзя? Спроси тебя, что ли, теперь запрещается? Штрафами теперь народец начал пугать. Не пугаю я. Законы, Петрушка, такие. Теперь нам, ответственным товарищам, мешать нельзя. Вот так вот. Но мы все понимаем. Спрашивай, Петрушка, не бойся. На первый раз тебя штрафовать не будем. Я же и спрашиваю, ответственный ты наш. Что ж ты такое важное сделал, что прям гордость тебя распирает? Да решение ответственное принял. Политическую волю проявил. И слушай внимательно, Петрушка, и всем расскажи. Я поручил усилить контроль за уборкой снега во дворах. Понятно тебе? Что тут непонятного? Еще ничего не сделал, а уж как тебя гордость-то распирает. Когда уже ты работать-то начнешь? Вот тебе, гордись делами, а не поручениями. Вот тебе,